好，我是娜塔莎。今天我们又想出去玩，但是我有一个要求，David，你要去哪里啊？妈妈，我想去玩。你想去玩？你想去哪里玩呀？蹦蹦船。蹦蹦船？那我有一个要求，你要讲故事，用俄语讲故事就可以出去，好不好？好不好？好的。好的。Ты сейчас маме расскажешь сказку на русском языке, потом мы пойдем с тобой на батуты с Артемом. Договорились? А по-русски как сказать? Мягкая? Игрушка. Ну давай, рассказывай. Вон туда смотри. Сыпали бабушки и дедушка. Как? Оказалось. Дедушки, бабушки. Мама будет держать. Как-то раз, говори туда. Как-то раз, дедушки, бабушки. Попросил. Бабушки. Из тропикера колобок. Угу. Испекла? Колобок. Ставила на окошко растустать. И покатил. Колобок увидел? Дорожку. И покатился. Катится, это все чему сэц. И говорит ему. Сэц. Колобок, колобок. Я тебе съем. А коло? Так, говорит. Не ешь меня. Сэц. Тебе песню спою. И начинаю петь. И колобок, колобок, я бабушка Юсу, я волка Юсу. И от тебя заяц уйду, да? Да. И дальше покатился. Катится, катится, а здесь ему волк. Угу. Трудно? Ну ничего, каждый день вот так будешь с мамой учить и научишься, хорошо? Хорошо? Хорошо. Что, ты хочешь игрушку? А это кто? Скажи, это кто вот? Это кто? По-русски только скажи, это кто? Леопард. Леопард, правильно, это леопард такой, да? Мягкая игрушка леопард. Да? Да. Да. 我觉得这样的话是最好的方法，让他讲俄语。我就会一直威胁他，你不讲俄语，你就不出去玩。David, мама теперь с тобой будет по-русски всегда разговаривать. Ты что-нибудь еще знаешь, кроме хорошо? А другое что-нибудь скажи. Мама тебя снимает.Ай-я! Молодец! Ты не боишься? Что? Не боюсь. Мама, а чем приехали? Приехали, приехали. Сейчас придут. А чем пришел? Пришел, пришел. Артем пришел. Чем пришел? Артём, ты что, мама? Почему? Не до меня забыла Артёма. А? Тебя же Артём зовут? Ну да. Ну да, как он тебя Артём зовёт? Давид, ты рад, Артём приехал? Но он не умеет ещё R говорить. Ну да, говори просто Чёма. Нет, пускай он тебя Артём зовёт. Нет, Артём. Молитесь, чемода. Ой, я не знаю. 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 Ой, я не знаю.
Домой поехали? Да. К Нене, хорошо? Да, все. Аккуратно.